Здравствуйте, с вами ортодонт Ахмедов от Ахпор. Часто задается вопрос: доктор, могу ли я снять брекеты, если я вижу, что у меня уже ровные зубы? Как правило, выравнивание зубов происходит в течение первых 6 месяцев, поэтому пациент активно видит перемещение зубов и бывает доволен результатом. Но на самом деле самая главная работа начинается после этого. Мы начинаем работать с брикусом, и, как правило, это бывает незаметно для пациента. Но благодаря фотографиям, которые мы делаем, мы можем оценить динамику лечения. Поэтому ответ – нет, нельзя снимать брекеты после выравнивания зубов, потому что основная цель ортодонтического лечения – это создание правильных контактов зубов, а после этого – эстетика и красота. Так что будьте терпеливы и дождитесь полного результата.